Залитые солнцем барханы и изумрудные луга. На новой выставке в Сфере представлено более 40 работ, и каждая уникальна. И сколько бы ценители живописи не вглядывались в легкие мазки, внутренний мир автора остается для них загадкой. Шалини Кумар родом из Индии, впервые взялась за кисть почти 30 лет назад. С появлением семьи творчество отошло на второй план, но дети выросли. И теперь все свободное время художница посвящает любимому делу. Сегодня Шалини уже попробовала себе в совершенно различных хобби, но сейчас ей хочется уделить все внимание искусству, потому что через искусство она хочет помогать другим людям. Часть из выручки, которая будет получена от картин, проданных здесь, пойдет в местную организацию благотворительную «Дом надежды», а оставшуюся часть Шалини хочет отправить в Индию. Все, что ей нужно, у нее уже есть. Все, что она сможет получить с помощью искусства, она отдаст другим людям. Самым большим поклонником творчества Шалини стал ее муж. Он же наставник, муза и самый строгий зритель. Открытие выставки совпало с важной датой. Прошел ровно год с тех пор, как художница приехала на наш остров, где была шокирована и околдована огромными снежными барханами. Большую часть жизни Шалини провела в тропических странах, где огромное количество зелени, песка, солнца. И новым открытием для нее оказался снег. Оказывается, его можно писать в совершенно бесконечных количествах вариантов. Среди работ, пейзажи, натюрморты, портреты Шалини активно изучает природу и культуру разных стран. Но всюду добавляет частицу тепла и солнца. Даже зимние сахалинские пейзажи кажутся по-весеннему теплыми. У нас холодно, а тут такие караваны на фоне жарких песков. Тепло и энергетика от нее очень хорошая, и картины такие. И приятно, что у нас предоставляется возможность хотя бы иногда побывать на таких выставках. У нее очень разнообразные средства выразительности. Здесь акварель, здесь сложная техника, здесь пейзажи выполнены акрилом, гуашью и разная тематика. Через ее пейзажи, через ее композиции такие и декоративные, и какие-то такие вот интерьерные, да, все-таки передается дух Индии. И вот в них чувствуются какие-то традиции этой древней страны. Познакомиться с солнечными работами художницы из Индии вы сможете в бизнес-центре «Сфера» до середины июня.